В СМПО «Висма» спонсор важного спортивного события – чемпионата России по волейболу. В эти выходные в рамках третьего тура первой лиги четыре команды встретятся именно здесь, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Любимов». Среди них и сборная Пермского края. Не упустите возможность увидеть мощное зрелище в Березниках. Подробное расписание в телеграм-канале «Титановая береза» и в группе «СМПО «Висма Медиа» во ВКонтакте. Увидимся на играх.